Легендарный Nokia 3310 оснастили 3G. С помощью новой функции пользователи смогут общаться в соцсетях Facebook, Twitter и Skype. Компания HMD Global официально представила мобильный телефон Nokia 3310 с поддержкой технологии 3G, сообщает TechCrunch. Гаджет также получил обновленную операционную систему. Поскольку компания ставила перед собой задачи оснастить гаджет 3G, пришлось идти на определенные жертвы. Так, новая Nokia 3310 несколько больше, при том, что время ее автономной работы сократилось до 6-5 часов в режиме разговора и до 27 дней в режиме ожидания. Гаджет будет продаваться во всем мире с середины октября этого года. Стоимость новинки составит 69 евро. Ранее корреспондент Net сообщал, что в сети было обнародовано изображение флагмана Nokia по материалам сайта news.com.